Для того, чтобы праздник состоялся, для любого из нас важно чувствовать себя хорошо и выглядеть достойно. Красивый облик трудно представить без ухоженных волос, красивой улыбки и, конечно, без здорового тела. И мы сейчас не о параметрах 90-60-90. Мы о профилактике множества недугов благодаря активной жизненной позиции и регулярным занятиям в спортзале и бассейне. Вот поэтому открытие бассейна «Олимпийский» в Омской государственной медицинской академии, которое свершилось в октябре 2014 года, настоящее эпохальное событие и для студентов, и сотрудников вуза, и для всех омичей, неравнодушных к своему здоровью. Действительно, эти пловцы первыми опробовали новый бассейн. Воду пустили в чашу за несколько часов до торжества. И здесь уже можно увидеть технологическую особенность бассейна. Чаша полностью сделана из нержавеющей стали, что позволяет располагать металлическую емкость на любом этаже, а не только на цокольном. В этом комплексе бассейн на втором – железный аргумент. Удивляет и отсутствие стандартного для бассейна запаха хлорки. Дело в том, что воду здесь очищают озоном. Это не только инновационно, но и, что более важно, безопасно. Очень рады этому событию, строительство этого бассейна, я считаю, не только эпохальное событие, не только в городе Омске, но и, естественно, в первую очередь в рамках медицинской академии. Для нас это очень ожидаемое событие, которое наконец-то завершилось. В этом бассейне будет используется абсолютно новое оборудование, то есть здесь не будет использоваться хлор, будет использоваться для очистки воды озон, что нас, как гигиенистов и эпидемиологов, очень радует, потому что именно вот строительство таких бассейнов, мы считаем, и является новым уровнем профилактики. Антон Романов был одним из тех, кто первым нырнул в этот бассейн. Студент медицинской академии, занимается плаванием 7 лет и уже как эксперт может судить о новом комплексе. Мне нравится то, что, во-первых, он сделан по современным стандартам и очень качественная вода в бассейне. В других бассейнах она не такая. А что значит качественная вода? Ну, она очень хорошо очищена и прозрачная. Подобных объектов на целую страну всего-то 51. Поэтому и для Омской области, и для медицинской академии это историческое событие. 1 июля 2013 года мы заложили фундамент, а спустя 15 месяцев мы перерезаем сейчас ленточку. И завтра он уходит в эксплуатацию. Будут радоваться, уже сегодня радуется весь коллектив, и студенческий, преподавательский, я думаю, что и молодежь города. В программу 500 бассейнов вошли лишь 5 медицинских вузов страны. И Омская государственная медицинская академия горда тем, что значится в этом списке. Мы сегодня сдаем уже второе аналогичное сооружение. Первое мы открывали чуть ранее в Рязани, в Рязанском государственном медицинском университете. Конечно, это большая заслуга и администрации университета, и коллектива. Это большое достижение для студентов, поскольку у них есть возможность совмещать и учебный процесс. А я уверен, что эти площади, этот бассейн войдет и в учебную программу. И наши студенты, студенты Омской государственной медицинской академии будут заниматься физкультурой именно в этом бассейне. Так и новые рубежи для достижения спортивных успехов уже в рамках профессионального спорта. Как для студентов академии, так и для студентов других вузов Омской области. О значимости объекта говорит и его название – Олимпийский. Сегодня для нас, для всех, большой праздник. То есть мы, вот как говорили, строили, наконец построили. Дай бог, чтобы этот бассейн теперь эксплуатировался, прежде всего, конечно, нашими студентами. Это главная для нас задача. Студенты, сотрудники бассейна, ну и я думаю, что все желающие могут в нем поплавать.